Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате Меновазин. Меновазин выпускается в виде раствора для наружного применения. Это бесцветная прозрачная жидкость с запахом ментола. Действующее вещество 1 мл раствора содержит ментола 0,025 граммов, прокаина гидрохлорида или новокаина 0,01 грамма, бензокаина, то есть анестезина 0,01 грамм, вспомогательное вещество – это этиловый спирт 70%. Меновазин является местно-анестезирующим средством. Препарат имеет также противозудное действие. При нанесении на кожу и слизистые оболочки вызывает раздражение нервных окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и покалывания. Оказывает легкое обезболивающее действие. Препарат назначают при невралгиях, миалгиях, артралгиях, как местно анестезирующее средство. Применяют его наружно. Болезненные участки кожи растирают меновазином 2-3 раза в день. Не рекомендуется использовать у детей и подростков в возрасте до 8 лет. Препарат противопоказан при повышенной чувствительности к новокаину и другим составным компонентам препарата. Препарат нельзя назначать беременным женщинам и женщинам, которые кормят грудью. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.